Итак, дорогие друзья, всем большой-большой привет. Приглашаем вас на стадион КамАЗ в набережные Челны. Сегодня здесь в рамках последнего тура Мелбет первой лиги КамАЗ на своем поле будет принимать «Нефтехимик». Итак, начинается последняя игра этого сезона первой лиги КамАЗ-Нефтехимик. Поехали, дорогие друзья. Это дальний удар Константина Базилюка. Грубейшая ошибка в центре поля приводит к тому, что Нефтехимик в штрафной площадке. Удар едва не попадает в створ футболист гостей. Котов. Центр. Хорошая передача в касание налево на Дворецкого. Дворецков обратный пас отдает. Удар по воротам. Вот есть первый гол в этом матче. Нефтехимик его забивает. В дальнюю девятку отправляет мяч Вагиз Галиулин. 1-0. Нефтехимик повел к радости гостевой Торсида. Мы слышим, что их очень немало. Стадион оживился. В центре мяч. Здесь хороший проход и попытка удара по воротам. Попытка от Богдана Рейхмана. Зоны плеймейкера. Дальше Бердников. Бердников подает. Бердников на дальнюю штангу. Котов. Удар по воротам опаснейший. Едва Нефтехимик второй не забивает. Удар был унесен с радиуса пролегающего к штрафной площадке КамАЗа. И Щербатюк тоже нападающий. Вот удар по воротам. Штанга. Но там еще и Голубев спас свою команду. И там еще был офсайд у Владлена Бабаева. Еще один классный момент у ворот Нефтехимика. Почитающий правую бровку Янушковский пришел из КамАЗа. Как раз таки Летова. Вот опасная ситуация. Удар выручает свою команду Андрей Голубев. Базилюк решает пробить. Опасный удар и залетает мяч в сетку. Сквозь перчатки голкипер Алексея Смирнова. Константин Базилюк делает счет 2-0 в пользу Нефтехимика. И, собственно, регулярный сезон первой лиги у нас официально подошел к концу. Спасибо большое, что смотрели этот матч. Спасибо большое, что смотрели этот сезон 22-23.